14 января – Старый Новый год. Традиции отмечать Старый Новый год идет от расхождения юлианского календаря и григорианского календаря, того, по которому сейчас живет практически весь мир. Сегодня еще день создания трубопроводных войск России и день детей в Таиланде. Еще сегодня день защитников Родины в Узбекистане. И еще обрезание Господня. А также в этот день, день святителя Василия Великого. В этот день в Индии отмечают фестиваль бумажных змеев. 14 января по народному календарю Васильев день. Именины в этот день отмечают Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим и Федот. 14 января есть еще в истории знаменательные события. В 1700 году Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы, а в 1814 году в Петербурге открылась императорская публичная библиотека. В 1929 году день рождения Московской области. В 1980 году чрезвычайная сессия Госассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан. В 1992 году в Москве основана масонская ложа «Гармония». А родились в этот день, в 1841 году, Берта Моризо, французская художница. В 1911 году Анатолий Рыбаков, советский писатель, романист. В 1936 году родилась Людмила Пинаева, советская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка. Еще в 1948 году Валерий Харламов, советский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион. Еще в 1963 году Анна Самохина, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. На этом все. Если вы хотите узнать о каком-то празднике подробнее, пишите в комментариях.